Всем привет! 25 мая, 18:00, музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме состоится программа «Закрыто» по стихам Иосифа Бродского. Участвуют актеры петербургских театров. Живое, фортепиано, живой вокал, танец и поэзия соединятся 25 мая. Рад видеть столько людей сегодня в зале. Вы видели афишу театральный проект «Вторая линия». Билеты в кассе музея.